Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала! Сегодня мы продолжим знакомиться с славянскими богами, покровителями по дате рождения. Ссылка на первую часть в правом верхнем углу и в описании под видео. А для того, чтобы нам не потеряться, если вдруг закроют канал YouTube, предлагаю вам подписаться на мой канал в Рутуб и в сообществе в группе ВКонтакте. Ссылки на мои соцсети находятся в описании под видео. Наши древние предки считали, что человек рождает свет под влиянием покровителей. Нынешний годовой цикл, в котором каждый определенный промежуток времени соответствовал определенному богу-покровителю, славяне называли «сварожье коло». Наши предки были очень гармоничны и целостны, благодаря умению жить в тесной взаимосвязи с природой и учиться у нее мудрости. Согласно славянскому гороскопу, человек, рожденный под покровительством того или иного божества, приобретал его черты характера, способности и таланты, а в тяжелые моменты жизни обращался к своему богу-покровителю за защитой и поддержкой. Дождь бог, Вышень, с 23 июля по 23 августа. Древние славяне называли август серпнем или жнивнем. Покровителем этого месяца был один из самых почитаемых богов – Вышень, дождь-бог. Его представляли мужчиной с прекрасными развивающимися на ветру солнечно-золотыми волосами, величавой походкой, открытым прямым взглядом, который не знает, что такое ложь и обман. Люди верили, что он колесил по небу в повозке, в которую были запряжены 4 прекрасные лошади. У них золотые крылья, а вместо гривы – пламя. Дождь-бог в народных представлениях связывался с солнцем, светом в целом. Его имя восходит двум словам – «доля» и «дать», что указывает на его миссию назначать каждому живущему существу свою судьбу. Также считалось, что дождь-бог является покровителем свадеб. Наши предки были убеждены, что всех женихов на утренней заре дня бракосочетания встречало именно это божество. Под стать своему покровителю летняя пора, когда он царствует. Земля напоминает пышные королевские чертоги, благодаря обильным урожаям, колосящимся хлебам, величественным грозам. Блистательность, величие, огненная страсть – эти качества присутствуют в натуре людей, родившихся в это время. Им присущи гордость, откровенность, лояльность, сочетание ума и силы. Они появляются на свет, чтобы быть главными, первыми, управлять другими, причем во всех жизненных областях. Нередко имеют высокий социальный статус. Искусством показать себя в наилучшем свете владеют в совершенстве, а потому часто находятся в центре внимания. Если их амбиции остаются неудовлетворенными, они могут становиться деспотами, причем представители этого знака отличаются нетерпеливостью, когда ждут исполнения своих желаний. Мечтают они о всеобщем признании и уважении, о том, чтобы иметь все самое лучшее. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно. Представители этого знака не терпят, когда кто-то встает на их пути. Сами они продвигаются к цели настойчиво и готовы для этого много работать. Их миссия и счастье в том, чтобы покровительствовать ближним, защищать слабых и бороться за справедливость. Как крестьяне рады живительному дождю, так и друзья человека, дождь Бога, радуются, когда тот появляется в их обществе. Часто люди этого знака достигают заметных успехов на поприще военной службы и политики, в частности, благодаря умению молниеносно соображать и принимать решения. Настойчивость помогает становиться им преуспевающими менеджерами и спортсменами. Атмосфера праздника, красивой жизни, богатства, роскоши поздней летней поры – это их стихия. Любители и тонкие ценители прекрасного, они стараются жить, любить, ухаживать красиво. Свое семейство, люди-дождь-боги, полностью обеспечивают, гордятся им,
вдохновляют на новые свершения. Потерпев фиаско в личной жизни, самодостаточные представители этого знака вполне могут оставаться одни, хоть всю оставшуюся жизнь. Все, что символизирует роскошь и понятие «дорого». Этот знак не знает меры, никогда и ни в чем. Блестящие украшения видны везде – руки, уши, шея. Дорогой металл, дорогие камни, золото, платина, бриллианты, рубины – это все присутствует и в убранстве их одежды. И даже дома, тем не менее, обладают чувством вкуса. И если откинуть излишества, могут во многом стать эталоном. Основной символ дождь Бога – это знак, который называется прямой крест. В такой форме почитались многие знаки у славян, которые несли солярную свастичную символику. Форма символа дождь Бога говорит о силе знака и его могуществе. Знак дождь Бога обладает благотворной силой, которая создает равновесие между темными и светлыми силами вокруг, дает душевное равновесие и спокойствие обстановки вокруг хозяина. Знак «Прямой крест» подходит людям всех возрастов. Только лишь значение символа «Дождь Бога» для молодых будет в том, чтобы делать их разум активным и трезво рассудительным. А для людей старшего возраста оберег приносит уравновешенность чувств, дает настройку на правильную жизнь. Бог через свой знак защитит от неуверенности в себе, злых умыслов чужих людей, депрессии или каких-то душевных тревог. Призвание знака «Прямой крест» – это делать людей счастливыми, притяжение к себе любви, всего благостного. Вот сила символа «Дождь Бога». Помним при этом, что счастье зависит от наших поступков, настроя и помыслов. Есть еще другой знак «Дождь Бога» – звенчатый крест. Этот символ связан с предками, с родовым древом. Этот символ можно часто встретить на старославянских вышивках, северной традиции и культуре. Майя, Сева, с 24 августа по 8 сентября. Тем, кто появился на свет в этот временной промежуток, покровительствовала богиня Майя. Еще ее называли Севой и почитали как символ природы, кормилицу, богиню садов и их плодов, покровительницу плодородных земель, дождей, хорошей погоды и солнечных лучей. Западные и северные славяне представляли ее длинноволосой, очень красивой женщиной, держащей в руках вызревшие виноград и яблоки, символизирующие конец лета и начало золотой осени. Эта женственная богиня всегда поддерживала жизнь, участвовала в круговороте жизненных сил каждый год, одаряя всех желающих щедрыми дарами. Похожи на свою покровительницу и люди, родившиеся в это время. Они постоянно о чем-то хлопочут, причем в основном ради блага других. Дети Севы от бесконечных хлопот практически не устают. Более того, это смысл их жизни. Даже отдыхая, они берут книгу или какую-то ручную работу. Дети Севы гостеприимны, приветливы, у них удивительное мягкое чувство юмора. Такие неприметные севы обладают даром сглаживать любые конфликты, отогревать души людей, примирять врагов. Под руководством севы все решается ко всеобщему удовольствию и без обид. С такими покладистыми людьми легко работать. Человек сева стремится к тонким отношениям, скромен, довольствуется малым. Ему нравится все чистое и естественное – свежий хлеб, спелые яблоки, запах сосновой смолы. Собственный дом для севы куда желаннее, чем городская квартира. Пора ранней осени, время уборки, сбора овощей, фруктов, грибов, заготовок на зиму. Поэтому дети Севы смотрят в будущее озабоченно, с некоторой тревогой, иногда чрезвычайно осторожны, недоверчивы к людям, консервативны. Любят, когда в жизни царит порядок, заведенный раз и навсегда. Перемены их настораживают. Их лучшие качества – справедливость и доброта, стремление к гармонии, миру и покою. Чаще всего люди этого знака делают карьеру в медицине, ветеринарии, науке, искусстве, музыке, художественной гимнастике или танцах. Они могут стать прекрасными правозащитниками, юристами, флористами, косметологами и теми, кто способен преобразовать окружающий мир, делать его более красивым и гармоничным.
Люди этого знака являются прекрасными супругами, ведь они справедливы и добры, хотят жить в спокойствии и гармонии, а кроме того, непритязательны и хозяйственны. Как правило, у сев рождается мало детей. Некоторые представители этого знака остаются бездетными. Это тем более обидно, поскольку этих рачительных людей дома обычно бывает полной чашей, а сами они очень милы и притягательны для окружающих. Как правило, довольствуются малым, а могут вообще не носить. Редко выказывают какое-то предпочтение или желание приобрести или носить что-то громоздкое или слишком заметное. Простые материалы, неброские рисунки и мотивы. Роженицы с 9 сентября по 11 сентября. Вересень – это сентябрь, славянское название месяца. Роженицы царствуют всего несколько дней ранней осени, после которых приходит пора бабьего лета. Согласно представлениям наших предков, род и роженицы, которые были его спутницами, даровали жизнь всему сущему на земле. Древние славяне приписывали этим созданиям множество миссий. Так именно роженицы с небес повелевали всем миром, подводными силами и силами подземелья, помогали женщинам рожать. Благодаря им на земле появлялись животные, птицы и рыбы, в которых испытывали потребность люди. Но самое главное, роженицы были богинями, девами судьбы и жизни, наделяли каждого человека долей, чем напоминали, к примеру, древнегреческих майор. Это были две сестры – Доля, отвечавшая за счастливые события в жизни человека, и Недоля – мрачное создание, по милости которой на людей сыпались всевозможные неприятности. Их символами стали созвездия Большой и Малой Медведицы. Не случайно люди говорили, что кто-то появляется на свет под счастливой, а кто-то под несчастливой звездой. Людям, которые родились под покровительством рожениц, свойственны спокойный, застенчивый, скрытный характер. Им присуще развитое чувство гармонии, а также стремление все подвергнуть очистке или упрощению. Порой они ленятся, но при этом часто влюблены в свою работу до такой степени, что готовы ради нее забыть обо всем на свете. Представители этого знака трудолюбивы и усердны, как пчелы, но им больше нравится работать одним, вне коллектива. Они всегда выполняют свои обещания. Любят эти сдержанные люди тоже спокойно, считая страстную любовь настоящей болезнью и наваждением. Большой кулон на шее в виде солнца или полного круга, символизирующий жизненный цикл. Все идет по кругу. Роженица – один из знаков богини Лады. Известны такие славянские символы этой богини, как звезда Лады, звезда Руси, ладинец, молвинец, свадебник, роженица. Знак роженица часто встречается в народной вышивке, особенно в узорах на женской одежде. На знаке роженица изображена фигура женщины. Этот знак похож на лельник. Такое сходство не случайно. Богиня весны Леля – дочь Лады, небесной матери. Роженица отличается от лельника тем, что знак выглядит более устойчивым. В основании женской фигуры лежит небольшой треугольник. Если знак Лели как бы качается в танце, то роженица, символ Лады, стоит неподвижно. Название знака роженица говорит о том, что его носят беременные женщины. Данный оберег подходит молодым девушкам, он поможет встретить суженого и создать семью, замужним женщинам зачать и родить здорового ребенка, детям оберег для здоровья, защиты от болезней, всем для счастья и удачи. Мокош, макош, с 12 сентября по 27 сентября.
Макаш – славянская богиня, почитаемая с древних времен до наших дней. Макаш почитают пряхой судеб, покровительницей женских ремесел, богиней магии. В некоторых обрядах мать Макаш упоминается как богиня плодородия, особенно когда обряд посвящен взращиванию льна, необходимого для придения и ткачества. Мокаш – олицетворение матери сырой земли. По верованиям древних славян, это самая главная богиня, богиня вселенской судьбы, предыдущая нить судьбы, нить жизни и нить смерти. Имя Макаши связано с космосом, а ее чертоги на земле – Москва. Мокаш – единственное женское божество, чей идол в Киеве стоял на вершине холма рядом с кумирами Перуна, Велеса и других. Со временем под ее власть всецело перешло бабье царство. Образ Мокаши слился в народном восприятии с образом Пятницы, который приносили требы, бросая пряжу или кудель в колодец. Отсюда произошло название обряда «Макрида». 2 недели, отпущенные Мокаши, в наше время называют бабьим летом. Покраснела рябина, ночь стала длиннее дня. Человек Мокаш видит жизнь как закономерный природный процесс, а себя считает только частью этого процесса. Он фаталист. Человек Мокаш на любом поприще скрупулезно и бережно относится к труду, не задаваясь вопросом о смысле труда. Он дисциплинирован, спокоен и скромен. Мокаш очень вкусно готовит, потому что к процессу питания подходит так же ответственно, как и ко всем остальным процессам жизни. Мокаш дорожит каждым часом и не терпит лентяев, бестолку убивающих время. В коллективе может стать рабочей лошадкой, на которую грузят все. Читать нотации и давать советы – любимое занятие Мокаши, но она действительно мудра и у нее есть к чему поучиться. Люди Мокаши понимают иерархичность мира и общества, уважают любую власть и с начальством не спорят. Все умеют делать своими руками, руки им служат лучше, чем язык. Лучшая сфера приложения труда для них – легкая промышленность. Человек Мокаш – домосед. Из родного дома, где каждая вещь подобрана с любовью, его не вытащить. Ему необходимо общение с природой. Его всегда поддержит мать-земля и царица-вода. А еще Мокаш любит дождь. То, что другие называют плохой погодой, Мокаше очень нравится. Люди, родившиеся под знаком Мокаши, хорошие военачальники, могущественные властители человеческих душ, писатели и журналисты. Они довольно хорошо умеют сходиться с новыми знакомыми, они не чувствуют дискомфорта, находясь в незнакомом для них обществе. Представители этого знака присущи желание перевоспитать своего близкого человека и довольно сварливый нрав, и из-за этого в их семейной жизни не всегда все складывается удачно. В то же время семья для них – это святое, и по своей воле они ее не посмеют разрушить. Мокаш является покровительницей и плодородия рождения детей. Древние славяне верили, что в момент появления на свет ребенка именно эта богиня посылает ему душу. Этот знак древнеславянского гороскопа в выборе украшений почти всегда стремится к взаимодействию, гармонии и совершенству. Люди Мокаши чаще отдают предпочтение классическим мотивам в современном исполнении. Часто они следуют совету своего партнера, учитывая его, ее вкус, стараясь получить одобрение и восхищение приобретенной вещью. Иногда в украшении просматривается какой-либо сакральный символ, объединение или природный орнамент. Этим людям превосходно подойдут всевозможные цепи и цепочки, как в равной степени, и более сложные в исполнении ювелира в колье. Металл – благородные сплавы золота и серебра, а также серебро с черными вкраплениями. Самый известный знак богини Макаш – родовик. Это символ бесконечного круга жизни и перерождения души. Знак подойдет и ведающим, и мирянам. Он одинаково хорош для мужиков и женок. Родовик носит для привлечения счастья и помощи в магии. Оберег Макаш помогает развить интуицию и способности к магии, научиться чувствовать сплетение судеб в едином узоре.
защищает покровительство Макаш и от злого умысла, оговоров и злых чар. Зарок Макаш дают, когда вяжут славянские узелки на узы. Славянские заговоры на спокойный сон ребенка часто обращены к Макаш. В колыбель при этом кладут маленькую прялку и веретенца. Знание своей истории придает силу и поддержку своего рода. Очень важен и тот факт, что человек нуждается в определении себя в родовой системе общества. Это нужно прежде всего для того, чтобы человек чувствовал себя намного уютнее и увереннее. Старайтесь рассказывать своим детям почаще историю своей семьи. Не бойтесь узнавать о ней, ведь без прошлого, как мы поняли, нет и будущего. Я благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на канал и будьте здоровы и счастливы!